Добро пожаловать. В том году мне пришлось изрядно потрудиться. И я решила создать тренировочный полигон, чтобы отточить свои навыки и приобрести новые умения. Нет, не так. Чтобы я преодолела препятствие, нажмите клавиши прыжок и вперед одновременно. Вернитесь на старт и попробуйте еще раз. Чтобы преодолеть большое расстояние, я должна прыгнуть с разбега. Попробуйте еще раз. Чтобы взобраться наверх, нажмите вперед, а затем нажмите и удерживайте клавишу действия. Чтобы успешно преодолеть это препятствие, чтобы не упасть вниз, используйте клавишу ходьба. Тогда я пойду осторожно и не оступлюсь. Чтобы успешно преодолеть это препятствие, мне нужно отойти от него немного дальше, а затем прыгнуть с разбега, как и раньше. Можно также подойти к самому краю, прыгнуть вперед, а затем нажать клавишу действия, чтобы я ухватилась за... Так, это трудная задача. Здесь нужно прыгнуть с разбега и сразу нажать и удерживать клавишу действия, чтобы я ухватилась за уступ. Чтобы правильно рассчитать разбег, надо подойти к самому краю, а затем нажать назад, чтобы я отпрыгнула. Если вы разбежитесь и нажмете прыжок, то все получится. Я могу взобраться на эту стену. Просто подойдите к ней, нажмите клавишу действия и, не отпуская ее, используйте клавиши направления, чтобы двигаться вверх, вниз и в стороны. Чтобы я перемещалась под водой, используйте прыжок и клавиши направления.
Если хотите, вы можете осмотреть весь мой дом и сад. Thank you.
Ага. Ага. Извини, если ты просто хотел открыть даме дверь. С пулеметом вместо ключей. Вообще-то уже нет, так что после вас. Что-то мне подсказывает, что ты не из монахов. Я так понимаю, это что-то мне на пользу. Будь любезен, поведай мне о кинжале.
а я одолжу тебе жизнь. Эти двери ожидают избранного. Он явится, когда придет время. И лезвием своим кинжал почтит сердца тех, кто верует. А ты явно не присягала в верности. И кто же этот избранный? За грехи и успехи Марко Бартоли! Пожалуй, присяга подождет. Ага, Джанни Бартоли, Виа Каравелли, Венеция.